В Московском областном центре охраны материнства и детства городского округа Люберцы возобновляют дни открытых дверей для будущих мам. Каждый раз это новая полезная лекция. Такие мероприятия организовывают для ознакомления и облегчения самого процесса беременности. Тему продолжит наш корреспондент. Дни открытых дверей в Люберецком роддоме проходят каждый вторник в 15:00. На лекции приглашают врачей, акушеров, гинекологов и доулов, которые раскрывают секреты легких родов. На одной из таких встреч рассказчиком был Николай Синев. Сегодня расскажу, познакомлю вас с нашим родильным домом, расскажу, какие документы вам нужно будет брать с собой, какие вещи, каким образом можно сюда поступить. Вопросов у будущих мам всегда возникает много, начиная от вещей, которые нужны будут в роддоме, до принятия решения о партнерских родах. Николай Синев, или как его прозвали роженицы, танцующий доктор, на лекции поделился своими методами облегчения родового процесса. Это элемент мягких родов, это элемент активного поведения в родах, да? То есть когда пациентка находится в вертикальном положении, ребенок за счет того, что, во-первых, смена во время танца меняется угол наклона, там, угол поворота таза, да, и ребенок приспосабливается гораздо проще. Таким простым и нехитрым способом, с помощью заучивания танца и движения под музыку, боль роженицы отходит на второй план. Посетить полезные лекции может каждая желающая будущая мама, которая состоит на учете в Московском областном центре охраны материнства и детства. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.